Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком сайте, как youtubemonster.ru. Ссылка будет под видео в описании. Если у вас есть свой канал на YouTube и вы хотите его раскрутить, то данный сайт для вас. С помощью его вы сможете легко накрутить просмотры на свои видео, тем самым поднять видео в поиске YouTube, чтобы ваша целевая аудитория смогла их найти, найти ваш канал, подписаться на него и смотреть вас в дальнейшем. Итак, после того, как вы прошли регистрацию, вошли на сайт, видим здесь такую картину, то есть по порядку давайте. Вот количество коинов, которые вы купили или заработали, ваш уровень, количество рефералов, баланс, то есть наше пополнение в рублях, ежедневный бонус, то есть как только мы посмотрели 50 видео за день, мы сможем здесь забрать бонус в размере 500 коинов. Активность наша за последние 7 дней. Рефералы, то есть уже тут подробно логины идут, бонус от них, то есть работают они, не работают. Действия наши, то есть последние, вот именно на этом сайте, за которые нам начислялись коины. А тут группа ВК получается. В группе у нас постоянно раздается бесплатно коины. А конкурсы есть еще другие различные. Там новости с сайта. Ну, давайте перейдем к заработку коинов. Так, коины здесь можно купить. Вот есть магазин. То есть мы пополняем баланс денежный наш в рублях. И потом эти рубли мы можем обменять на коины. То есть вот здесь видим 1 рубль, 300 коинов. Есть калькулятор вот такой, он нам тут сразу можем посчитать, то есть допустим 100 рублей, это 31 тысяча коинов. Тут вот бонусы различные. Ну и бесплатный заработок коинов. Тут есть вот задания, как бы, да, ну задания, не знаю, тут постоянно не подвисаются эти задания, их выполняешь, не за все начисляются коины. Поэтому вот самое элементарное здесь задание — это вот просмотры. Вот есть здесь такой в правом верхнем углу кнопка «Запустить клиент». Мы ее нажимаем. У нас появляется в новом окне этот клиент. И нажимаем «Запустить». Открывается новое окно в вашем браузере. И в этом браузере, получается, будут идти видео, которые накручивают для которых накручивают просмотры другие пользователи данного сайта. Мы можем здесь выключить звук, сделать качество, поставить минимальное и как бы заниматься своими делами. То есть он будет работать сам, то есть запускать эти видео, менять их, и то есть, ну, коины будут вам засчитываться. Итак, после того, как вы заработаете там нужное количество для вас коинов, можете вот добавить задание, то есть то, что вы будете накручивать. Ну, опять же, вот, тут есть просмотры, лайки, подписчики. Ну, подписчики, лайки, если вы собираетесь их накручивать, да, то их лучше накручивать не на этом сайте, на других. Есть другие для этого сервисы. О них я тоже расскажу в дальнейшем. Вот данный именно сайт вот идеален просто для просмотров, как бы, да, для накрутки просмотров. Ну, давайте, я как бы не буду вам накручивать, я просто вот покажу на примере. Допустим, вот мой канал, интро. Я вставляю ссылку свою на интро. И видим, что появляется, то есть название видео, ссылки, что мы вставили, и превьюшка, то есть видео. А далее мы выбираем, сколько секунд мы накручивать будем. Ну, тут минимальные 20, ну, у меня 14 секунд, ну давайте пусть будет 20. А количество минимально 10 просмотров. Так, сколько просмотров в час, то есть если вы хотите, чтобы
не сразу просмотры шли, можете выставить, чтобы в час было какое-то количество просмотров. А тут источники трафика выбираете. И вот нам тут подсчитывает, сколько у нас снимут. Снимут 100 коинов вот за это задание. И еще один такой момент. Вот тут вот пишет там, что наше видео начнет просматриваться через 3 часа 5 минут. Тут получается очередь, как бы, да, много пользователей, много накручивают просмотров на видео, и поэтому вот такая вот очередь, как бы. Получается, заданий много, а тех, кто их выполняет, меньше, то есть. И вот поэтому вот складывается такая вот очередь. И нажимаем кнопку «Добавить». Вот, видео успешно добавлено. То есть через вот 3 часа мне вот эти вот просмотры придут. Так, и вот мои задания вы сможете вот посмотреть. То есть вот наше вот задание вот висит. То есть сколько сделано, сколько надо. То есть, ну, если у вас будет много заданий, вы сможете все это просматривать там. Можете вот потом добавлять там, если хотите, сколько еще там, допустим, просмотров. То есть оказалось мало, вы добавили там еще. Если все здание выполнено, можете его удалить, чтобы оно здесь не висело. Ну, на этом, в принципе, все. Как бы тут много всего на сайте еще есть. Тут и конкурсы всякие различные, как бы бонусы. Ну, с этим уже сами все ознакомитесь. Самое основное я вам рассказал. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всяких разных интересных видео.